Я говорю, каким образом, блядь, я страдаю. Я пришел сюда в 7, мы с ним до 9, я его стригла, болтали, эту женщину обсуждали. Он мне говорит, Оля, вы что, я у вас, говорит, 11 год стригусь? Какой вы педофил, я еще школьником был, к вам ходил. А я говорю, ты что, сейчас пойдешь, папе, папа пусть идет, заявление пишет, ты целую ночь со мной по WhatsApp болтал, я тебя соблазняла. А после твоей ямасы, да, даже с напасочками не отлично надо, как думаешь, что? Субординацию вообще со всеми, ну ты, вот этого новенькие, хотят стричься. Вот, есть, сегодня мальчик вчера, кажется, пришел, парень. Я до этого его друга подстригла на той неделе, а вчера он, оказывается, приходил, у меня было закрыто. Ну, я пошла в суд, меня вызвали, и сегодня он пришел. Я ему говорю, этот, 5 часов придешь, говорю, этот. А он говорит, смело. Я говорю, вот, значит, ты вот отсюда, там новенький. Покажи, вот, маленький. Ай, пойдет, конечно, сейчас с ней намучиться, она будет выйти. Она так плачущая. Да, не говорю. А жена тогда радуется же. Я же не говорю. Ну, хватит, деньги заберите, типа, по квартире. Это поддержка. Да, не да. Собрали, там отправили. Я жену туда отправил. Папа, отвезся, я сидел по себе, дайте мне как-то смог. Я вошла, она сама сидела у кассы. Ну она, видишь, она плачущая, она такая истеричка. Да. Ой, как хорошо, что ты мне мысли позитивные видишь. Вообще. Нет, правда, полицейский работает. Участковым всякие там говорили, что сюда ты часто сидела. С него слушаешь, как люди говорят, что за что судья сидишь. Так как он жена, мужа убивала за это. Да, да. Да по глупу, вот, знаешь, и за своей тупости люди. Не из-за великого ума. Из-за гордости вот это всегда. Да. Видите, да, поводали, как мужик, такой старик, стоит, короче, заезд одного мужика, короче. И пришел, как дал еще всех, просто как ничего не было. Ничего, ты себе. А там все снимают его. И у него типа спросили, оказывается, это этот человек, его, короче, как сказать, как называют ребенка, которого, например, сына ребенка, как это называют? Внук. Внук, он был. 5 лет назад, типа, его внука вот этот мужик убил. Какие? И он, типа, откинулся. Да, да, да. Нет, не откинулся, короче, дело по поводу замяли, если дела там. И он, типа, нас освободил. А, обиду нес? Нет. Да. А он просто на видео даже видно, как он просто отомстил, и ему так легче стало. Страшно. За внука это, так легче стало. И он просто, как ничего не бывало. В руке нож, все крови, ну, все вот это ловит. Ну, а там все. На ту неделю показывай. Это одна цыганка, видишь, там балкаша. Во рту, с лезвием ходит. Ночью дверь открывает. Офигеть. Балкаша. Не видела. По удивлению говорили? Да. По WhatsApp рассылали. Курс. Нет. Лезвие, всегда, не знаю. Я ее видел, по базару пойдет. Базарь, вот так тебе. По удивлению всегда, не слышал. Thank you.
ходят по воде, за Марокко, во рту лезли и говорят, прячь грави будет посорок. Я ее на базаре, она позавчера? Да, да, на базаре. На базаре, блядь, говорит, дайте 1000, девушка, дайте на смесь. Я ей говорю, китча. А вот это сказали. Да, я ее видел тоже, я говорю, лицо. Я, да, слушай, ничего, ты себе. Я говорю, отстань. Она же там вот так, я говорю, я отстань, говорю, я сказала, я пошла быстро. Вот она. Ни хрена себе. Мы ее видели, очень. Всякое же бывает. Конечно же. Люди просто так другие убивают. Ну вот этот вчера судья говорит, вы, говорит, нашли из-за чего в суд прийти ей. Да. А он говорит, вообще, говорит, нет, я буду судиться. Я говорю, давай, говорю, будем судиться. Я говорю, так права-то я, не ты. Я буду доказывать. Да иди доказывай, блядь, мне что. Господи. А теперь я говорю, ты пришел, у меня мысли пришли, что мне надо на казахском. А вот это, спросите вот этого полицейского, типа, если я сейчас на суде буду на казахском говорить, типа, она не будет, типа, это ее право, все дела там, типа. А это ее право.